Значит, ну, вообще идея такая, что если у нас есть, в принципе, единогласие и независимость, тогда мы, кстати, тракторская. Дальше оказывается такая демонитарность. Демонитарность следующая, что если у нас, как бы, это некоторое обобщение третьего, что если у нас до изменения, как бы, А и Б между собой до изменения соотносились так же, как С и Д после. Потому что у нас есть два набора, значит, два набора порядков. И в первом наборе у каждого выборщика А и Б соотносятся так же, как и во втором наборе соотносятся С и Д. Но формально это вот так, значит, другого И, значит, А лучше с точки зрения И того Б, тогда это тогда, когда С лучше с точки зрения И того шлихованного Д. Но имеется в виду, что вот это такой значок с И, это как ИТА считает, кто лучше, а со штрихом, это когда мы все меняем, например, что ИТА считает, как лучше. Да? То есть, есть один набор, есть второй набор. В первом наборе в каждой строчке А лучше Б, тогда же тогда, во второй строчке С лучше. Вот. И, значит, тогда из этого следует, что для общества точно так же. Да? Значит, а если я без индекса пишу, то это уже результат применения процедуры. Что А меньше Б, тогда это тогда. С лучше. О, значит, вот это лемма нейтральности. Значит, как она доказывается? Значит, доказывается она примерно вот как. Но мы строим что-то промежуточное. Да, еще новое промежуточное предпочтение между вот этим и вот этим. Значит, они устроены так. Если у нас было А выше, чем В, то у нас будет С. Да, давайте прочитать, что эти четыре разные. Что А, С, что А, С, Д четыре разные, если одинаково, то точно так же это будет. Даже проще. Значит, А мы поставили непосредственно от С, то есть вот А, а Д непосредственно от В. И наоборот, если было В выше А, то тогда, значит, здесь будет. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вот у нас. Значит, у нас были исходные предпочтения, и мы в них поменяли С, значит, С подняли или отпустили, ну, в общем, ровно под А, а Д переместили ровно на Б. Все остальное оставили как было. Это если А, ну да, то есть если вот так, то вот так. Так, ничего, понятно. Значит, это какие-то новые предпочтения. Два шашка. Теперь смотрите, у нас А и Б не штрихованные соотносятся точно так же, как два же штрихованные. Потому что там С и Д менялись, а и Б не менялись. Соответственно, по независимости у нас получается, что А лучше, чем Б, а тогда это только тогда, когда А лучше, чем Б вот в этой новой ситуации. Так, теперь С и Д у нас тоже точно так же соотносятся. Потому что, в общем, вот так можно писать. С лучше D в точке зрения штрихованных относительно тому, что С лучше D с точки зрения дважды штрихованных. Потому что в каждом столбце С и D штрихованные становятся точно так же, как А и Б не штрихованные, А и Б не штрихованные, тоже так же, как А и Б дважды штрихованные. А С и Д дважды штриховые, точно так же, как А и Д дважды штриховые. Соответственно, дважды штрихованные в каждом смысле так же, как И, один а штрихованный, поэтому по независимости получается вот. Теперь, что мы еще знаем? Мы еще знаем, что А точно лучше С с точки зрения дважды штрихованных. Потому что оно просто всюду, да, это из единогласия. Из единогласия всюду А выше. Точно так же мы знаем, что D выше, чем B. Ну и теперь что получается? Если у нас D лучше, чем D в штрихованных, то тогда из этого следует, что C лучше, чем D в дважды штрихованных. А из вот этих вот трех получается, что A лучше C, C лучше D, D лучше B. Из этого получается, что А
лучше, чем b в 2 шестерном. А отсюда получается, что а лучше, чем b внешних. Соответственно, если через эту цепочку пройти, то получается, что если c лучше d штрихованных, то а лучше b штрихованных. Это ровно то, что нужно было. А, вот это ровно то, что нужно было. В одну сторону. Ну а в другую сторону примерно так же, только нужно наоборот делать. Нужно c ровно от а, b ровно от b и точно так же. Так, ну вот, это лемма о нейтральности. А дальше идея такая. Ну, теперь искать диктатора. Значит, а именно сначала у нас пусть у всех будет а выше, чем b. Значит, если у всех а выше, чем b, то тогда получается а. В конце будет b у всех выше, чем а. Значит, отсюда должно быть b. И где-то по дороге будет вариант. Мы их начнем менять по очереди, что вот пока еще этот не менялся, то это будет А. А то есть мы все меняем по очереди, в какой-то момент у нас происходит переход. Когда мы очередного меняем порядок АВ на ВА, то результат меняется с АВ. Такой момент точно будет хотя бы один. Потому что мы по очереди переключаем, да, порядок АВ на ВА. В самом начале А, в самом конце В, значит, какой-то момент потом будет переключение. Их может быть несколько, это нас не волнует. Выберем. На самом деле несколько не может быть. Значит, вот этот вот и. Значит, это вот и таймится. И на самом деле вот этот и ты будет. На самом деле диктатором, то есть все будет просто соответствовать тому, как он скажет. Значит, почему? А можно сказать, что он только, не только про А и Б, но и про С и Д. Решит, какая из них лучше. Да, пусть у нас есть и другие альтернативы С и Д. Значит, и тут уже там совершенно все можно по-разному. Да, например, пусть Питер считает, что С лучше, чем здесь, там у всех остальных все там правда. Так, значит, теперь следующее. Здесь мы пользуемся, что у нас есть три альтернативы. Значит, три альтернативы. Значит, есть какая-то еще альтернатива Е. И вот эту альтернативу Е мы начинаем двигать. А именно у диктатора мы ее поставим ровно между С и Д. А у всех, кто перед диктатором, мы ее в самый низ отправим. А у всех, кто после этого диктатора, мы ее отправим в самый низ. Значит, во-первых, от того, что мы не подвигали, результат сравнения С и Д не должен поменяться. Значит, это первое. Потом, смотрите, значит, С и Е вот тут вот соотносится как B и A, как B и A, вот тут вот. Значит, а именно, все, кто до диктатора считают, что C лучше E, что B лучше A. И диктатор тоже считает, что C лучше E, там считает, что B лучше A. А вот здесь наоборот, да, значит, здесь E выше C, и, соответственно, A выше B. Значит, в результате здесь возникает b, значит, здесь выбирается b, значит, здесь в итоге должно c выбираться. Значит, то есть c лучше e для общества. Значит, а e и d тоже вот так вот соотносятся как? Теперь уже А в Б. Вот тут вот. Е ниже Д до диктатора, да, так же как там А ниже Б
Е выше Д у диктатора и Е выше Д у всех последующих. Значит, поэтому они соотносятся так же, поэтому получается, что Е выше, чем Д. А из этих двух получается, что С выше, чем Д. И вот это с точки зрения общества. Да, то есть вот это все, это было с точки зрения общества. Вот. Но вот и получилось, да, получилось, что тут с точки зрения общества точно так же, как здесь у диктатора. Значит, этот диктатор все определяет, и это есть диктаторская. А самое мощное это неманитарность. Важно только следующее, что о чем говорит неманитарность, что нам, когда мы сравниваем две альтернативы в итоге, то нам только важно, как они в каждой координации соотносятся. То есть фактически такая рулевая функция получается, которая получает единицы минус единица и возвращает тоже единицы минус единица. А про какую конкретную пару альтернатив говорят эти единицы минус единицы, это не важно. Вот. То есть как бы очень много чего забывается, и потом, да, значит, потом у меня так. В общем, тут три стадии. Первый лемма нейтральный, второй группа диктатора. И третий доказательство, что он диктатор. Может быть расширенная формулировка, когда возможно безразличие. Да? То есть вот здесь я предполагал, что должен быть строгий порядок, да? То есть прям строго порядочек. А может быть ситуация, что у нас принят порядок, когда некоторые альтернативы друг другу несравнимы, да, одинаковые, хорошо, одинаковые. И тогда там то же самое утверждение, почти такое же доказательство, но нужно еще разбираться с этими случаями безразличия. Формулировок нет у них. Доказательств много разных. Да? То есть в основном эру в исходной статье было очень сложно доказательство, дальше оно упрощалось разными способами. Вот. Но вот это, видимо, уже нельзя дальше упростить. Напоследок могу сказать, что есть еще одна теорема из этой серии, называется Джиберс-Стертлейта, про ситуацию, когда по итогам процедуры должен быть не порядок, а только одна альтернатива. И там тоже нет идеальной процедуры, но там другие требования. Да? Значит, там требования, чтобы процедура была не диктаторская и чтобы она была не манипулируемая. Да? То есть то, что мы вот тут говорили, да? Чтобы не было выгодно подменить свои настоящие предпочтения и по итогам изменить результат, и так, чтобы новый результат был лучше. Вот. То есть тут вообще по теореме Эрро, теорема Джиберса-Стертлейта иногда говорят, что вот, мол, любая демократия на самом деле является диктатурой, потому что если мы пожелаем, да, единогласия и независимости от собственных альтернатив, то, мол, тогда вот диктатура получается. Правильная формулировка другая. Правильная формулировка такая, что любая демократия на самом деле манипулирует. Да, то есть не бывает такой процедуры, которая не манипулирует. Но это не означает, что от них нужно отказываться. Надо просто понимать, как именно могут быть манипулированы и пытаться снизить возможность этих манипуляций.